Сильнейшие волейболисты молодежной лиги приедут в Ханты-Мансийск. В начале сентября здесь пройдет Кубок Сибири и Дальнего Востока. Команды сразятся за третий по счету молодежный кубок. Для тренеров это хорошая возможность посмотреть на новых игроков, проверить на волейбольной площадке их боеспособность. А для игроков размяться после летнего перерыва. Напомню, победителями первого в истории волейбола Кубка Сибири и Дальнего Востока среди молодежи стала нижневартовская команда «Университет».